5 банок тушенки? 24, одно я уже съел. Откуда у тебя 24 тушенки? Из старого военного холодильника. Мы на него с Дрейбаном наткнулись в отель. Добычу пополам. А не братуха? Когда откроешь? А что? Так я тоже хочу. Не сомневаюсь. Ну что, разомнемся? Элли, прикрой! Ясно! Давай, Джоэл! Кажется, оторвались.
черт! Спокойно. Нас не видят. Твою мать! Ах ты ж! Джоэл! Стой! Стой! Джоэл, стой! Смотри! Убери руки! Все, все. Успокойся. Не стреляй! Они нас не тронут. Убери пистолет. Как же больно ты бьешь. Ну, я же убить пытался. Я сперва подумал, что ты из этих. И тут она. А эти с детьми возиться не будут. Выживает сильнейший. У тебя кровь. А, фигня. Я Генри. Он Сэм. Ну, а ты, как я понял, Джоэл. Элли. И сколько с вами? Все умерли. Эй, может, еще и нет. Нас было много, но пришла гениальная идея зайти в город за припасами. Нарвались на этих выродков. Пришлось валить. Тут уж не до припасов, сам понимаешь. Можем пойти вместе. Элли. Но вместе же безопасней. Она права. Так безопасней. У нас тут логово в надежном месте. Там и поговорим спокойно. Ладно, ведите. За мной. Извини, что так вышло с пушкой. Ничего. Я бы, наверное, так же сделала. Ты откуда? Из самого Хартфорда. Правда? Говорят, там было хреново. Войска ушли, а за ними и мы. Сейчас там, наверное, тоже что и здесь. Осторожней. Рядом их наблюдательный пост. А вы с дочкой вдвоем? Мы не родственники, а скорее... Я обещал за ней присмотреть. Да, я понимаю. Вот так. Круто. Элли, тут твои любимые комиксы. Куда?
Стоп, стоп! Не шумите! Не подходите к окнам! Их нет. Долбанный грузовик! Все время ездит за нами в этом чертовом... Сэм, что ты делаешь? Ничего. Выброси это. Мой рюкзак почти пустой. И какие у нас правила? Совсем ничего не вижу. Правила? Какие правила? Берем только то, что нужно. Точно. Ну, пошли. Далеко еще? Близко. Очень близко. Элли, ничего. Прикрывай. Похоже, и впрямь кто-то был, но давно смылся. Сэм, а где остальные? Останься с ней. Решили еще раз все осмотреть. Вдруг чего упустили. Ладно, подежурь тут, я тоже пойду осмотрюсь. Поищу здесь. Иди туда. Получилось. Неплохо, старик. Так, лезь на этот грузовик. Нам сюда. Это не опасно? Они ведь рядом. Ключ только у меня. И откуда взял? Убил тут одного. И забрал. Все прошли. Вы здесь. А сколько тебе лет? Мне 14. А тебе сколько? Тебе 14? Почти. Ладно. Да. Мы пришли. Вот это мой кабинет. И давно вы тут отсиживаетесь? Пару дней. Кстати, у нас есть еда. Пошли. Черника. У нас ее тут полно. Не хочешь? Нет.
Да расслабься ты. Тут чисто. Почему вы еще здесь? Момента дожидаемся. И? Вот. Смотри сам. Видишь этих тварей? Целый день они торчат внизу, сторожат этот мост. А вот ночью почти все идут баньки. После заката есть шанс удрать. Как стемнеет, мы прокрадемся. Попробуем. Будь спокоен. Мы все выберемся. Сейчас еще одну. Смотри, как я могу. Круто, да? Надо же. Постой. Ай! Что, синяк набило? Мой пацан уже 1000 лет не улыбался. А ей все как с гуси вода. Так куда вы идете? Говорят, цикады сидят к западу отсюда. Хотим добраться к ним. Что смешного? Ничего, просто в последнее время многие делают ставку на цикад. Да, и может быть неспроста. Значит, ты не знаешь точно, где они, и все-таки тащишь его через всю страну. Знаешь что? С братом я сам разберусь, а ты занимайся девчонкой. Выдохни. Мы с ней тоже ищем цикад. Мы здесь. А это заброшенная радиовышка на окраине города. Если кто из наших выжил, они будут ждать там, завтра. Если вы хотите с нами, идем сегодня ночью. Тогда нам лучше отдохнуть. Он говорит, нам пора. Идти придется очень быстро. Твое дело вцепиться в меня, как клещ. Как клещ. Как клещ. Ясно. Вижу, понял. Ну что, вы готовы? Да. Пошли. Так, держитесь рядом, ясно? Ты уже пробовал? Да. Рад слышать. Расслабься, старик. Надеюсь, ты знаешь дорогу. Сюда. Разберемся с ними по-тихому. Эй, я пойду за тобой. Эй, ладно. Ты как там? Пытаюсь согреться. Как у вас дела? Пристрелили нескольких зараженных, а туристы как провалились. Думаешь, они еще в городе? Да, они где-то здесь. Ладно. Только там! Пошли! Есть. Все, пошли. Эй, слышь, щелкун! Слышу, только не вижу. Держи его, вон он там! Готовенького! Видала? Фонарь видишь? Недурно. Вижу.
Эй, ты слышал? Что это такое? Спрячься где-нибудь. Все, разобрались. Генри, помоги ко мне. Ладно. Готов? Стой, стой, стой! Эй, они здесь! Твою мать! Твою! Ну, пошли. Так, ты первый. Все чисто. Сэм, давай. Давай, теперь ты. Готово. Вот так. А черт! Быстро, быстро. Держи! Теперь тащим его! Извини. Мы уходим. Что? Что за бред? Ну, пошли! Ты что, охренел? Черт! Я с тобой! Из этой жопы. Пройти. Твою мать! Хера себе! Ah!
дерьмо! Око! Прижми его! Ага, все хорошо. Ого, Джоэл, ты видел? Лучше мы их, чем они нас. Задрот вонючий. Давай ползком. Сколько у тебя патронов? Нас же убьют! Что ты предлагаешь? Прыгнуть! Слишком высоко, и ты утонешь. Я тебя подсажу, удерешь. Черт! Поможешь мне плыть? Элли! Спорить некогда! Элли! Артуров! Генри, он очнулся. Привет, мы живы. Вставай. Ну, что я вам говорил? Он жив, все целы. Это Сэм вас заметил. Вы уже нахлебались воды и... Ты охренел, что ли? Генри, слушай! Спокойно, Сэм, ничего он мне не сделает. Ты в этом уверен? Стой! Джоэл! Он бросил нас подыхать. Нет, я был уверен, что вы выберетесь. Вернувшись к вам, я бы рисковал им. Не подходи. Разве ты бы на моем месте вернулся? Я спас вас! Нас обоих. Мы бы утонули. Да все нормально, не парься. Не поверишь, я рад, что мы нашли вас. Радиовышка за тем утесом. Слышь, там будет полно еды. Порадуйся, что не убил. Мы посмотрим по окрестностям, что тут есть. Вот это мощно. Ты как? Нормально. Пошли искать радиовышку. Вон там корабль. Может, заглянем? Осторожно!
осторожней там! Да, я его вижу. Впервые на корабле. А если бы он еще на воде был? Ну, хоть что-то. Тут ее комиксы. Отлично. Наверняка сквозной туннель. Ага, вместе. Давай! За дело. Ну что ты за... Лезьте, пока держим! Так, держу! Теперь ты... Ага. Фонари. Сэм, не отходи. Знаю. Наконец-то усвоил. Шикарно. Джоэл, давай глянем, что там. А мы тогда в ту сторону. Мне тут не нравится. Мне тоже. Но куда деваться-то? Оторви решетку, я заползу и открою дверь. Ух, здоровенная крыса! Думаешь,
думаешь, они с нами дойдут до Томми? Я не знаю. Как говорится, поживем, увидим. Ребят, похоже, здесь можно пройти. Глядите. Можно тут вылезти? Не, туда не доберешься. Я не умею плавать. О, нас уже двое. Ну, Джоэл, как будем переправляться? Сейчас придумаем. Эй, тут какой-то механизм. Вдруг он еще работает? Заело. Смотри-ка, генератор. Ждите здесь. Не доберусь.
Генри, попробуй. Ага. Я сплаваю туда. Глядите в оба. О, черт. Жив пока. Давай, Элли. Ух ты, неплохо придумано. Скорей бы отсюда выбраться. Посмотри, жив ли еще генератор. Понеслась. А вы крутые, ребят. Мы с Джоэлом профи.
И что же тут такое? Думаешь, там могут быть люди? Возможно. Мы правда туда пойдем? Выбора нет. Ловушка. Что-что? Сигнализация такая. Я ничего не слышу. Раньше здесь кто-то жил. Но, похоже, уже не живет. Как тут можно жить? Нормально, если считать, что здесь безопасно. Фу. Круто. Элли, не... Эй, успокойтесь. Эй, Сэм. Генри, ты видел? Давай-ка потише, ладно? Да, извини. Слышишь? Зараженные. Чш, тихо. Теперь догадываюсь, что с ними произошло. Растут щелкун, они давно отсюда ушли. Надо идти вперед и надеяться, что этих тварей не осталось. Хотя надежды мало. Смотри, может, это выход? Может быть. Высоко. Не подсадишь.
Поищем другой способ залезть. Сэм! Ага, я в порядке. Это я. Наверное, какая-то ловушка сработала. Генри, помоги поднять. Да, жутковато. Да, знаю, как всегда. Щелкуны! Что? Она не поддается! Скорее, уходите отсюда! Сэм, будь рядом! Генри, сваливаем к чертям! Береги его! Ну! Все будет хорошо. Да, да, я знаю. Малыш, давай попробуем поискать выход, хорошо? Ладно. Ты их видел? Держись сзади. Я бегу, ты за мной. Да.